Я сегодня сбилась с ног. У меня пропал щенок. 2 часа его ждала, 2 часа его звала. За уроки не садилась и обедать не могла. В это утро очень рано соскочил щенок с дивана. Стал по комнатам ходить, прыгать, лаять, всех будить. Он увидел одеяло, покрываться нечем стало. Он в кладовку заглянул, с медом жбан перевернул. Он порвал стихи у папы, но пол с лестницы упал. В клей залез передней лапой, еле вылез и пропал. Может быть, его украли, на веревке увели, новым именем назвали, дом стеречь заставили. Может, он в лесу дремучем, под кустом сидит колючим, заблудился, ищет дом, мокнет бедный под дождем. Я не знала, что мне делать. Мать сказала: подождем. 2 часа я горевала, книжек в руки не брала, ничего не рисовала, все сидела и ждала. Вдруг какой-то страшный зверь открывает лапой дверь, прыгает через порог. Кто же это? Мой щенок! Что случилось, если сразу не узнала я щенка? Нос распух, не видно глаза, перекошена щека, и, впиваясь, как игла, на хвосте жужжит пчела. Мать сказала: дверь закрой, к нам летит пчелиный рой. Весь укутанный в постели, мой щенок лежит пластом и виляет еле-еле забинтованным хвостом. Я не бегаю к врачу, я сама его лечу.